Я остаюсь! Ой, папа, а ты куда? Не я, а мы. Домой, Бо, домой. Лето кончилось. Пора возвращаться в город. Уже? Но я не хочу в город. Мне вообще-то в школу надо. А мне не надо. Я еще в поход не сходил и клад деда Харитона не нашел. И вообще, кучу дел не сделал. Семья по местам. Яблочко вот вам принесли. Будете в городе жевать, да нас вспоминать. Здравствуйте, Харитон Харитонович. Здравствуй, Коля. Здрасте. Не поеду! Я остаюсь! Бо? Я с тобой! Бо! Я догоню! Окреп за лето наш Бо. Окреп на подножных витаминах и на яблочках. Бо, туда! Не знала, что у нас в сарае есть барабаны. Да, очень здорово. Соседи, так вы это, оставляйте мальца-то. Мы с Колей присмотрим. У нас зимой страсть, как хорошо. Выйдешь с утреца во двор и хрюш, снег по самые уши. Бодрит. Бывает, правда, вода в колодце замерзает. Но ничего, мы на пруд ходим. Лед рубить. Ой-ой-ой. Зато в доме всегда тепло. Если, конечно, дров нарубишь, да печь затопишь. А хлеб наш деревенский какой вкусный. Я, правда, лет 5 печь учился, зато теперь... А как зимними вечерами уютно в доме. За окном темень, ветер завывает, огонь печурки потрескивает. Садик недалеко, верток 7-10. Оставайся, Бо, не боись. Да мы тебя по соседке завсегда из сугроба достанем. Ну, а как же школа? А кто будет моим почетным портфеленосцем? Кем? Почетным портфеленосцем. Я буду. Прости, Коля, простите. В этот раз остаться не могу. Дело ждет. Ну что, едем? Нет? Ой,
портфеленосец. Это не страшно? Это почетно. Ждите на осенних конях. Страшная сказка. Хорошо-то как на даче. Только вот театра не хватает. Не то, что в городе. Да, театров тут нет. Но есть пруд. Пойдем прогуляемся. С удовольствием. Бозо, вы с дедушкой Харитоном. А все-таки хотелось бы в город. А вообще на недельку-то можно. Бо, ты хочешь в город? Не-а. Тогда нам придется кое-что устроить. Театр? А что? Мне нравится. А тебе, Миша? Всегда мечтал быть артистом. Что ставить будем? Для начала сцену. Это будет суперспектакль, и мама не захочет уезжать. Разбираем роли. Я так не играю. Тут написано: трусишка, зайка серенький. Вдруг упала шишка прямо в Мишке лоб. Я против, и я не это, не косолапый. Я вообще-то не кусаюсь. Что я, маленький, что ли? Глупый поросенок. Это почему это? Ну, это же сказка такая. Ну, хочешь, ты будешь трусишкой, зайкой беленьким. А ты будешь глупым кабаном. А шишку мы заменим. Вдруг упала палка прямо Мишке в лоб, а? Разыграем страшную сказку. Эта сказка не страшная, а обидная какая-то. Страшно обидная! Хрю! Мишка! Макар! Серый! Коля! А что мне нравится? Лиса, рыжая коса. А у вас есть парик? Ой! Миша, подожди! Это полный провал. Ну и ладно, сами справимся. Мишка косолапый по лесу идет. Трусишка зайка серенький под кустиком сидел. Вдруг пришла лиса, рыжая коса. И волк зайчишку зубами щелк. А кто у нас волк? Я. А как ты будешь себя кусать? Это невозможно! Мы не можем играть все роли в этой сказке. Ну, давай другую разыграем. Вот, смотри, смешная. Неуклюжая коровка. Я не неуклюжая. Я знаешь, какая уклюжая? Я поняла. Мы все поняли. Я все поняла. Простите, что я сначала раздала вам обидные роли.
пусть каждый сыграет то, что ему больше всего нравится. О, мы согласны играть в вашей сказке. Ура! Или не быть? Вот в чем вопрос. Да, вот это я понимаю. Культура. Придется нам в этом году задержаться на даче, дорогой. Это представление должны увидеть все. Отлично. А я вам трибуны для зрителей сколочу. Может, сцену? И трибуны, и сцену, и... И оркестровую яму! Шалаш! Мам, ну можно мы уже пойдем? Может, лучше у нас поиграете? Прохладно сегодня. Здравствуйте, мама-корова! Здравствуйте, ребята! Мам, мы не играть идем. Мы идем строить тайное логово. О! Ух ты! Тайное логово будет на круглой поляне. Я знаю. Пока! Счастливого пути! Привал! Так, у меня веревка. Хрю! Коля, ну я же сказала взять все для дома. Правильно, Коля. Дом должен быть уютным. Вообще-то дом должен быть теплым. Главное, чтобы в доме были книги. Главное, чтобы в доме была еда. Да! Но из этого ничего не построишь. Зо, мы же в лесу. Коля, ты гений! Собираем ветки. В доме пригодится. Скажи, Зо. Конечно. Ну, кто умеет строить дома из веток? Можно моего папу позвать? Но тогда логово не будет тайным. Оп. Согрелись. Зо, ну не расстраивайся. Без дома тоже ничего. Ой, смотрите.
Коля, ты опять гений! Почитаешь нам? The three little pigs are brothers. They are going into... Чего? Жили-были три поросенка. И решили они построить домик. Опа! Серый, а как будет наш домик по-английски? House. House?